Всем добрый вечер. Сегодня 10 февраля. Вы у меня на канале «Цветы от Елены Акуловой». Сегодня у меня план по горячавке. Вот столько у меня взошло. И вот она уже такая большенькая. Наконец-то я получила стаканчики. В них разложила торф. Торф у меня почва-брикет для рассады. С перлитом. В этом торфе я и укореняю, и делаю пикировку своих саженцев. Сделала вот такие дырочки в них. И сейчас буду пикировать. Честно говоря, даже не знаю, как к ним подступаться. Посмотрите, какие они маленькие, но они уже вытянулись. Сейчас буду смотреть корневую. Вот из этой ячейки вытащила немного росточков. Так, как показать, не знаю, эту мелочь. Так, ну вот эта пигалица, посмотрите, вот такая корневая. И вот, господи, не показать, маленькие какие. Вот, и вот в эту вот луночку, которую я сделала, вот так вот даже не прижимаю. Вот смотрите, вот они такие маленькие, а уже начинают путаться. И вот думаю, если я их оставлю, я их потом вообще не распутаю. Но сделаю одну партию, тем более их столько много, а места у меня не очень много. Вот здесь, видите, стаканы уже вот так вот уплотнило, что даже они деформировались. И буду, наверное, рассаживать по две штучки в стакан. Потому что места нет. Но еще с дачи надо привезти боксы пластиковые, такие большие из фикс-прайса. И тогда буду рассаживать. Потому что, честно говоря, вот такое количество, даже я не представляю, где это я буду все умещать. Ну вот, друзья мои, рассадила. Не стала я уже занимать ваше время этой муторной работой. Посадила по несколько штук в стаканчики, как они зацеплялись. По две, так по две. Куртинка, если 4, значит, я уже не стала ее разъединять. Потому что, вот, ну, представьте, я даже не представляю, вот сколько, какой объем это вообще должно занимать. У меня и места столько нету. Потому что пока что это все у меня будет стоять в квартире на подоконнике под лампами. Вот первый раз сажаю горячавку, собрала осенью семена. Не знаю, чем я думала, когда собирала. И еще не знаю, чем я думала, когда это все это сажала. Но теперь уже дело сделано. Горячавка взошла. Теперь надо с ней как-то расправляться. Сейчас я полью янтарной кислотой. И завтра буду смотреть, живая она или не живая. Ну что, друзья мои, посмотрим горячавку, которая простояла ночь после пикировки. Живая она там или не живая. Ой, она чувствует себя превосходно. Такое впечатление, что у нее даже появился новый листик. Смотрите. Ну что, значит, надо пикировать. И весь подоконник будет уставлен горячавкой. Значит, сажала я ее 28 декабря. Взошла она у меня 15 января, и вот распикирую ее, ой, как же слово-то вы говорите, ну вы поняли меня, да? Вот 10 февраля я ее пикировала. Вот такой результат. Продолжаем работать дальше. Всем спасибо за просмотр. Ставьте сердечки, если понравилось.